Министр обороны Бенни Ганц провел ряд назначений в ведомстве. По рекомендации начальника генерального штаба Цахала Авива Кахави, новым военным секретарем министра обороны назначен полковник Яки Долев. Он сменяет на этом посту генерала Афира Винтера. В течение 2 лет Долев является помощником и доверенным лицом Ганца, когда тот занимал пост начальника генштаба. Сразу после вхождения в должность он будет повышен в звание до бригадного генерала. Кроме того, генерал запаса Амир Эшель был назначен генеральным директором Министерства обороны. Эшель сменит на этом посту генерала запаса Уди Адама.